6 октября в актовом зале городской администрации состоялось заседание общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды. В работе собрания приняли участие члены комиссии, начальник управления коммунального хозяйства Руслан Али Мустафаев, депутат собрания городских депутатов Шамсулгуда Магомедов, руководители отделов и управления администрации. Заседание прошло под председательством первого заместителя главы администрации Бадыра Ахмедова. Мы очередное заседание проводим сегодня этой комиссии. В принципе, работа идет. У нас 4 площадки на Воровых и 1 общественная площадка. 5 площадок, по которым мы реализуем эту программу 2018 год. Там смета у нас была 42 миллиона рублей, которые сегодня расписаны и осваиваются. В ходе собрания были обсуждены вопросы реализации программы, качество проведения работ по благоустройству дворовых и общественной территории, отсутствие риска неисполнения перечня минимальных и дополнительных видов работ по благоустройству в соответствии с утвержденными дизайн-проектами. По вышеупомянутым вопросам с докладами выступили начальник управления коммунального хозяйства Арслан Али Мустафаев, депутат городского собрания Шамсулгуда Магомедов, директор управляющей компании «Спецсервис Контроль М» и другие члены комиссии. Программа рассчитана до 31 декабря этого года, но ждать зимние холодные дни необходимости нету, поэтому у нас и общественная комиссия должна по этому делу высказаться, что мы ее реализацию должны где-то 1 декабря закончить, тянуть ее нельзя. И срок еще месяц дается для того, чтобы оформить необходимую документацию о приемке его в эксплуатацию, о том, что комиссия его приняла. Подводя итоги выступлений докладчиков, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов отметил хороший темп выполнения работ по реализации программы. В завершении собрания было принято решение о признании хода работ по реализации программы удовлетворительной, а также провести выездной осмотр дворовых и общественной территории комиссии с участием собственников помещений многоквартирных домов, на которых проводятся работы по благоустройству. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».